Элеонора Викторовна, сейчас сложная экономическая ситуация, и у многих туликов главный вопрос. Пошли слухи о том, что СУ-155, застройщику, который застраивает новую Тулу, предъявили иск о банкротстве. Поэтому вроде как там стройка не на том масштабе, на котором должна быть. А главный вопрос – 30 тысяч рублей квадратный метр. Это та сумма, за которую должны продавать там жилье. А выдержит ли при нынешних экономических условиях вот эту 30 тысяч рублей, вот эту планку застройщика? У нас для реализации программы «Жилье для российской семьи» СУ-155 заключила соглашение с Тульской областью и удачно реализует первые этапы строительства. До июля 2015 года СУ-155 должно сдать первые 38 тысяч квадратных метров жилья. Это три дома. Эти три дома фактически обеспечены на сегодняшний момент и темпами строительства, и финансовыми ресурсами. Объясню почему. Дело в том, что льготной категорией жилья для российской семьи являются также жители, которые у нас живут в ветхом аварийном жилищном фонде, и которые мы должны также переселять, как вы знаете, до 2017 года. Указ президента, да, правильно? Конечно. Так вот, на уровне правительства Тульской области было принято решение о том, что один из домов, который строит у нас СУ-155 для жилья для российской семьи, у нас строится чисто для переселенцев. Что это значит для рядовых туликов? Для рядовых туликов это значит, что СУ-155 обеспечено бюджетными средствами для дальнейшей застройки. Поэтому у нас вопрос о том, что СУ-155 не выполнит обязательства перед теми людьми, которые уже сейчас намерены вступить в программу для жилья для российской семьи, он отсутствует. Потому что изначально СУ-155 у нас будет строить для переселенцев, и мы гарантируем полную оплату из средств различного уровня. Почему, опять-таки, для нас вопрос СУ-155 на сегодняшний момент не является каким-то критичным? Потому что изначально для реализации программы «Жилье для российской семьи» мы предоставили СУ-155 земли из корпорации развития Тульской области на льготном оплате данных земель. К тому же программа «Жилье для российской семьи» предусматривает о том, что те сети, которые будут строить, в частности СУ-155, будут выкуплены фондом на уровне федерации. То сети – это коммуникация. Коммуникация, да. То есть фактически СУ-155 имеет в своем запасе льготную землю. Он будет строить сети, которые потом у них выкупит, и фактически 30 тысяч рублей – это цена коробки, вот если говорить простым языком. На самом деле для любого строителя понятно, что это абсолютно адекватная цена. И поэтому тулики получают по 30 тысяч рублей за счет наличия льготной земли, за счет наличия продажи в последующей сетей, благоустроенные квартиры с отделкой. Именно для этого и задумался проект «Жилье для российской семьи». Леонора Викторовна, вы сами затронули тему коммуникации. В этом году в отопительный сезон вошли, слава богу, спокойно. Никаких крупных аварий не было. Но износ коммуникации, вы сами говорите на всех заседаниях, он у нас, ну, очень высокий. За 2014 год что сделали? Лен, вы знаете, ну, на самом деле, мне кажется, уже в Российской Федерации каждый житель нашей большой страны, в том числе и тулики, понимают, что износ коммуникации, да, достаточно высокий. У нас в целом по Тульской области около 67%, если брать совокупности, на сегодняшний момент. Но за 2 года мы снизили уровень износа коммуникации на 3%. Это только просто за счет... Смотрите, для простого человека 3%, ну что такое 3%? Но это же мало. Вы знаете, 3% это фактически около 800 миллионов бюджетных средств, которые наполняются из бюджетов различных уровней и плюс различные инвестпрограммы, которые проводят сами предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Но самый важный показатель, как вы правильно, Лена, сказали, мы уже 2-й год достаточно плавно входим в отопительный сезон. У нас снижается уровень именно технологических аварий. Если у нас в 2013 году у нас технологических различных ситуаций, нештатных, было порядка 728, то за истекший период этого года только 320. То есть это уже о чем-то говорит. Прежде всего, у нас один из немногих регионов, где 112 муниципальных образований имеют разработанные схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Все 112 муниципальных образований имеют программы комплексного развития именно жилищно-коммунального комплекса, куда входят и наши, соответственно, сети. Что нам дает? Это аналитика. Мы видим, где наши слабые места. Мы видим, где нам надо усилиться. И, соответственно, бюджетные средства и средства инвесторов у нас направляются именно на проблемные точки. Опять-таки, из положительных примеров, если у нас до 2014 года
реализовалось всего две инвест-программы, то есть это когда люди, собственники приходят и вкладывают свои деньги для развития, то сейчас уровень доверия выше у нас, и у нас уже заявлено на реализацию с 2015 года 6 инвест-программ. Смотрите, было две инвест-программы в прошлом году, в этом 6. Понятно, что есть рост, а в других регионах Центрального федерального округа? Вы знаете, на самом деле всего инвест-программ на территории Российской Федерации не так много, порядка 300. Поэтому наши 6 в целом, в общей сумме это очень даже приличная цель. Управляющие компании, это каждый год, наверное, будет всегда тема номер один, как только заговорим о жилищно-коммунальном хозяйстве. Губернатор говорил о том, что будут создаваться муниципальные управляющие компании, чтобы хоть какую-то конкуренцию вести там, где только монополисты. Вот по факту сейчас мы на каком этапе, будут эти муниципальные управляющие компании, не будут, где будут, как будут работать? Вы абсолютно правы, управляющие компании – это постоянная вечная тема, и всегда она будет актуальной, но, мне кажется, она уже будет звучать со следующего года в другом ракурсе. У нас вводится система лицензирования управляющих компаний. И самое главное, на мой взгляд, система лицензирования вводится в большей степени для того, конечно же, чтобы ужесточить требования управляющих компаний, а прежде всего, чтобы наладить диалог управляющих компаний с самими жителями. На самом деле механизм такой. Один дом исключается из управления, если не выполнены два предписания. Если 15% домов исключаются из управления таким образом, то управляющая компания лишается лицензии. А муниципальные управляющие компании все-таки будут созданы? Вы знаете, они уже созданы, Лен. И действительно, по поручению Владимира Сергеевича на территории Тульской области созданы муниципальные компании, именно, как вы сказали, в тех проемах, которые, в общем-то, у нас не имели конкурентной среды. Их на сегодняшний момент 13 управляющих компаний. Ну, это достаточно нормально. Всего у нас около 150 управляющих компаний. Сейчас они набирают обороты, данные муниципальные управляющие компании. Как раз-таки они созданы для того, чтобы, если у нас управляющие компании, которые будут не являться конкурентоспособными на рынке, они будут у нас или не получать лицензию по каким-то основаниям, или они, соответственно, будут потом отзываться лицензии, чтобы жилой фонд могли подпросить муниципальные управляющие компании. Фонд капитального ремонта. Да, с 2014 года мы начали сами платить за наш будущий капитальный ремонт. И у многих вопрос. Большая часть домов, которые сейчас в условно нормальном состоянии, которые там были отремонтированы по программе, стоят на ремонт там через 15 лет. И у людей закономерные сомнения, а отремонтируют ли им за их деньги через 15 лет? Не лопнет ли вся эта система? Лен, ну где вообще... Где страховка, то есть что твои деньги пойдут тебе же? Да, Лен, ну вообще, вы знаете, вот если бы меня сегодня спрашивали про номинацию, какой бы вот годом бы назвать 2014 год прошедший, я бы как министр строительства ЖКХ точно бы сказала, что, наверное, 2014 год по нововведениям номинация отдается точно в сфере ЖКХ. И вы абсолютно правы, вы у меня сейчас спрашивали про лицензирование, которое ввелось в этом году, и Тульская область абсолютно готова для того, чтобы его проводить. В том числе и очень большой проект, который мы запустили, это программа капитального ремонта. У нас 37% жителей определились самостоятельно со способом формирования фонда капитального ремонта. То есть это 37% жителей, которые были заинтересованы в судьбе непосредственно своего общедомового имущества, которые не остались безразличными к тому, что как получится. По ЦФО это одна из первых цифр вообще в Российской Федерации. И эти 37%, причем разделились тоже фактически напополам. Половина туликов у нас выбрала формирование фонда на спецсчете, это то есть, когда деньги хранятся только чисто на один дом и не используют для ремонта других домов. Другие целенаправленно, понимая, так сказать, ну, ветхость или проблемность своего общедомового имущества, сознательно пришли к региональному оператору. Что касается гарантии. Вы знаете, на сегодняшний момент законодатель предусмотрел полную страховку денег собственников. Если происходит отзыв лицензии у банка или какие-то форс-мажорные обстоятельства, то деньги собственников не будут участвовать в конкурсной массе. Они будут выданы в том порядке, в котором, в общем-то, они были положены, что то проще приоритет говоря. Приоритет у них, да? Приоритет, да. Они абсолютно защищены от того, чтобы они попали в общую конкурсную массу. А на какую сумму они защищены? Ведь 700 тысяч рублей компенсирует агентство по страхованию вкладов. Это не вклад. Они будут возвращены полностью. Угу. У нас абсолютно Тульская область несет
полную ответственность за проведение программы капитального ремонта. Прошла девальвация рубля. Будет ли пересматриваться тариф за квадратный метр в связи с этим? Ведь денег-то по факту на те работы, за которые были запланированы, на данный момент может просто не хватить. Сейчас говорить о повышении за проведение капитального ремонта, на мой взгляд, преждевременно. Мы сначала должны показать собственникам о том, какой ремонт мы проводим, чтобы просить у них еще больше на то, чтобы они платили деньги за данный капитальный ремонт. Нами сейчас проводится активная работа. Те дома, которые у нас идут по программе на 2015 год, у нас их порядка 400. Мы проводим работу по подготовке смет именно на капремонт, чтобы мы не только прогнозно, но и уже предметно понимали, сколько нам требуется денег для проведения капитального ремонта. Потом мы, естественно, сопоставим с тем объемом средств, которые платят у нас собственники на территории Тульской области, и уже ясно будет, необходимо ли повышение взноса на капитальный ремонт. Но я еще раз повторяю, мы сначала хотим показать собственникам, как мы ремонтируем, как у нас работает региональный оператор, чтобы потом прийти, ну, что, как говорится, не с пустыми руками, чтобы показать, посмотрите, что мы делаем, и поэтому нам нужно побольше, может быть, средств, а может быть, еще не нужно. Пока у нас таких планов, чтобы повысить взнос на капремонт, нет. Общероссийский народный фонд недавно проводил проверку в Тульской области, и было много публикаций СМИ, что Тульская область опаздывает по сдаче домов для переселения людей из аварийного фонда. Тульская область может лишиться денег из фонда реформирования ЖКХ. Тогда мы точно не закроем программу ни 13-го, ни 14-го, ни вообще никакую. Что по факту? На самом деле 19 декабря Тульская область официально внесла заявку на переселение граждан на этап 2015 года, так называемая третья очередь, которую мы должны построить в 16-17 годах. Теперь, что касается в целом программ переселения из аварийного жилищного фонда. Вы знаете, Лена, у нас с 2008 по 2012 год по программе переселения граждан было расселено 68 тысяч квадратных метров жилья. И из бюджетов Федерации и Тульской области потрачено свыше 2 миллиардов рублей. У нас только за этот год планируется реализовать этап заявки 2013 года 94 тысячи. Представьте, за 4 года 68 тысяч, а за 1 год 94 тысячи. У нас с 13 по 17 год заложено софинансирование из Федерации, из фонда, как раз таки, о котором вы говорите, фонд реформирования ЖКХ, и из бюджета Тульской области по 5 миллиардов, фактически 10 миллиардов на переселение. По срокам-то опаздываем мы? И откуда у них вообще вот такие данные, что Тульская область не успевает? У нас идет комплексное освоение территории. У нас не возводится сначала один, второй или потом третий дом. У нас идет строительство, допустим, одновременно 11 домов. Нулевой цикл, первый этаж, второй этаж. И были объективные обстоятельства, что у нас была задержка плит, поставок для перекрытия, соответственно, этажей. Сейчас и все эти 11 домов ждали. Конечно, этих плит. Естественно. И не только эти 11 домов, но и, соответственно, в другом муниципальных образований. При том, когда мы начали уже осваивать конкретно земельный участок, возникали вопросы с геодезией. И требовались дополнительные изыскания для того, чтобы потом в перспективе вообще не прекращать стройку. Все это объективно способствовало переносу показателей на первый квартал 2015 года. И, собственно говоря, Тульская область с сентября месяца об этом говорила, и здесь, в общем-то, нет никакого коллапса. На самом деле у нас ежемесячно проводятся совещания с Минстроем Российской Федерации, у нас обратная связь. Вы знаете, кроме Сахалина и Республики Татарстан, я не знаю еще ни одного субъекта, который бы даже реализовал наши показатели до конца 2013 года 61 тысяч квадратных метров. К слову, мы являемся первые по ЦФО, которые должны переселить в целом граждан Российской Федерации, и седьмые в Российской Федерации. И поэтому при всем уважении к нашим коллегам по ЦФО, когда мы слышим о том, что соседняя область в 2013 году ввела 13 тысяч квадратных метров жилья переселения и еще даст 5, если у нас уже сейчас практически 50 тысяч, но мне кажется, что мы все равно являемся в передовиках, и свои обязательства по переселению мы выполним. В 2015 году нелегко придется тем жителям, тем людям, которые не поставили у себя приборы учета.
Да. Сколько платить-то будут? Пока на сегодняшний момент правительство Российской Федерации предлагает увеличить, ну, фактически на 10% плату для тех граждан, которые не поставили индивидуальные приборы учета. А ведь повышение, оно будет циклично, правильно? Сначала на 10, потом еще на по новому нормативно-правовому акту в этом году с 1 января на 10%, с июля еще на 10%, с 2016 года у нас еще прибавляется 10%, но серьезные показатели, мы уже выходим на 2017 год, но здесь у меня тоже есть хорошая новость для туликов. Дело в том, что мы наконец-таки поставили точку и с 1 декабря ввели единые нормативы для Тульской области по холодному водоснабжению, соответственно, канализованию и горячему водоснабжению. Это 8,2 у нас кубометра получается. Было, допустим, в Туле 10,6. Вы понимаете, какая разница пойдет для тулика. Да, пойдет экономия по плате. Но все равно я хотела бы напомнить, что мы живем в едином правовом пространстве. И 211 федеральный закон об энергосбережении обязывает любого собственника жилого помещения установить приборы учета, как индивидуальные, так и общедомовые. Спасибо вам за интервью.